Russian side on the left there in the red shirts, Dynamo Tbilisi, are said by Spurs players to be just about the best side they've faced in Europe for years. Even so, Spurs came away from the first leg in Russia a fortnight ago with a 1-1 draw, and that puts them in a good position tonight. It's Vrsaljava instead, and that was a tremendous shot again. More than a foot too high. And Vrsaljava again right in there. Machaidze. And there's Chivas right back there doing a defensive job, but the Russians still a long way from being beaten. Now for the number six crossing, he can again there. Kutsayev tried to get up. Machaidze, and there's a tremendous shot, and it's not away yet by Vrsaljava against the net very nearly. Подробно. А сейчас смотрим на атаку. На атаку сборной Советского Союза. Вперед рвался никто иной, как Муртаз Курцелава. Так вот, этот матч, забегая вперед, взялась за дело. Удар поворотом. Это Бышвиц пытался пробить через себя. Не получилось. На подборе Сабо, который натянул Гетры. И Курцелава бьет поворотом. У него был мощнейший удар, надо сказать, у Муртаза Калистратовича Курцелавы. Несколько раз... У Кабарь провели 17 товарищеских матчей. Я сюда включаю и матч со сборной Скандинавии, хотя он не является официальным. Вот здесь Муртаза Курцелава, как приняли. Посмотрите, какая была грубая игра против Муртаза Курцелавы. И сейчас, посмотрите, Фрелих подбегает Бичирову, жмет руку, но очень грубо было сыграно. И наш врач Соколов со своим чемоданчиком мчится на помощь Муртазу Курцелава.